Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растение против зомби 2». Как всегда, начинаем с ивента. Просто хочется глянуть, какое здесь будет задание, испытание, и посмотреть, что же нам все-таки дадут за награду. Так, я вижу там зомби с факелами, плюс будет огромный гаргантюа. Но если я поставлю, предположим, мину... Где они там? Ой-ой-ой-ой-ой, успеем мы, интересно, подбить его здесь или нет? Ха, просто взял и сжег. Так, давай-ка мы, наверное, с тобой выставлять везде мины. Потому что эти хлопчики у нас пойдут, будут взрываться, да? А это то, что нам нужно. Так, давай, бонг-чой, заваливай. Везде поставим мины. Также, наверное, капельки везде будем выставлять. Так, секунду. Вот так вот. Я считаю, это идеально для нас. Так, а вот это вот, конечно, плохо. Короче, могилки, ребята, появляются периодически. Сейчас сожгут мне. Да, конечно же, сожгут, ребята. Слушай, вот это плохо. А как же мне тогда тут быть-то? Вряд ли мне это, конечно, все поможет. Я в этом очень сильно сомневаюсь. Они просто сжигают, ребята, мои растения. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Там целая армия их идет. Но если я даже... Это не получится, да? Это, ребята, меня не спасает вообще никак. Придется еще одну газонокосилку, ребята, потратить. А что не так я сделал, а? Скажи-ка мне на милость. В чем вообще была проблема? Проблема, наверное, была в том, что я не делал вот так вот, да? В этом была проблема? Или что? Или в чем я опять виноват? Ну, подбили, да? Капелька заморозила. Это все, конечно, хорошо. Все замечательно, но... Не настолько. Так... Неужели мне придется тратить свои кровные финансы, чтобы... Да, ребят, придется. Но я тебе даже скажу больше, что это далеко не последний отряд. Еще впереди будет один. Так, ладно, этого мы с флагом сейчас подобьем. Этого мы заморозим. Здесь поставим мину. Пока здесь ничего сложного нет. Сейчас пойдет последний, ребята, отряд. Нам нужны с тобой вот эти вот удобряшки. До них нужно добраться еще. Попытаться до них добраться. Так, еще один гаргантюа, да, шпарит. Еще, ребята, один гаргантюа там идет. Он как бы пока замороженный. Мы его будем замораживать с тобой. Пытаться, так. Смотри, что происходит. Они идут по всем фронтам. Абсолютно по всем фронтам. У нас с тобой, если что, денег еще, конечно, хватит отбиться. Но, опять же, повторюсь, это ненадолго. Надо замораживать их. Надо их замораживать. И, естественно, выставлять как можно больше мин. Да заморозьтесь вы уже там в конце-то концов. Так, с флагом уничтожили. Минус. Че, не сработал фокус, что ли? Да нет, все вроде бы нормуль. Этот сейчас должен пройтись у нас по всем минам. Не надо своего голодранца здесь выбрасывать, пожалуйста, а? Так, заморозили. А толку от этого, что мы его заморозили? Я его могу вот так вот чисто на заморозках, что ли, держать? Ну, на самом деле, мне бы... На самом деле, мне бы кого-нибудь бонг-чой, что ли, чтобы сзади бомбил. А его не дают. Все, взорвался он, короче. Так, ну что у нас? Воу, слушай-ка. Дракон заморозки. 8 штучек мы с тобой получили. Блин, вот я теперь сижу и думаю, а стоит ли мне... Ладно, поехали. Ну что, друзья мои, еще разочек, как говорится, да? Попробуем пройти. Не знаю, давай вот так, наверное, мины с тобой будем выставлять. Идет, уже идет, а? Я ничего, блин, не успел сделать, он уже бежит. Ладно, здесь мы можем с тобой его заморозить. Так же, как и здесь.
Тут у нас пускай будут стоять Бонг Чои. Ну вот почему он его не атакует, а? А, понятно, он не достает до него. В остальном нам надо выставлять мины. Мины, замораживающие капельки. Ну и все в таком духе. Но ты не забывай, что надгробия опять же будут появляться. То есть это не на совсем мы их с тобой убрали. Так сказать, уничтожили. О, очнулся. Сопляжуй, идет. Да. Так, удобряшка. Что мы можем сделать с удобряшкой? Можем вот так вот сделать, ребят. Хоп. И всех этих хмырей оставить без пламени. Но здесь еще идут. Идут чувачки, которые будут, естественно, нам не очень полезны. Так, давай-ка мы тебя заморозим. Глубь без пилим. Гаргантюан уже пошли. Угу. Я этому не удивлен. Нисколечко. Блин, сколько же вас тут, а? Где удобрения? Я вижу, где, ребята, удобрения. Они находятся вот здесь вот. Успеем мы с тобой ими воспользоваться? Это маловероятно. Это маловероятно, да? Поехали. Раз не понимают таких слов, будем бомбить вот так вот. Плюс капелька, естественно, под удобряшку ее. Давай, 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 родной мой, бомби. Так, поставь сюда. Если бы была бы здесь другая немножко мина, было бы круче. Намного круче, ребята, потому что мы их смогли бы с тобой уничтожать. А так, у нас с тобой не получится ничего. Вот идет следующая армия. Естественно, ребята, мы ее, оп, опять замораживаем. И вот все в таком темпе и духе у нас с тобой будет идти. И еще одно удобрение. Естественно, ребята, используем его. Так, пускай все эти выйдут. Вот так вот. Блин, ну мне вот это удобрение нужно, если честно. Вот это вот удобрение мне нужно. Слушай, а у меня нет, у меня все нормально. С деньгами пока все отлично. Так, мина пускай там созревает. Смотри, смотри, столько врагов, даже подлагивает немножко игра. Так, ну предположим, ребят, предположим, они здесь взяли, да? Здесь мы с тобой их порвали. Идут, идут охламоны. Еще, да? Еще армия Гаргантюа. Так, здесь, предположим, заморозочку сделаем. Здесь мину поставим, но это меня не спасет. Это меня не спасет. Так, эти сейчас напорятся все. Как мы понимаем. Да-да-да, на газонокосилки. Так, будь добр, мне вот это вот удобрение выбей, пожалуйста, а? Бонг Чой, сделай милость. И он сделал милость, да? Теперь мы сделаем с тобой заморозку. Просто под ноги ставим. Мне нужен Бонг Чой для того, чтобы... Да, вот это вот удобрение еще выбить. Ну и, в принципе, все. Победа будет здесь за нами. Я сюда вот куда-нибудь мину, я не знаю, поставить. Давай, Бонг Чой, наяривай. Вот и все. Шикарно. Ну-ка, что нам здесь выпадет? Ага, еще. Еще 6, ребята, драконов замораживающих. Отлично. Ну, а теперь давай посмотрим, что у нас есть на арене, что у нас есть в Пенни Пурсуит. И я хотел зайти на огородик на свой. Хочу просто глянуть. Забираем все. И делаем новые рассады. Так, капуста. Луковый боулинг. Так, здесь польем. Жужу, ты где у меня там? Давай-ка мы, наверное, с тобой сделаем вот этот вот цветочек. И все. Так, давай смотреть далее. Может быть, какие-то у нас интересные ивенты сегодня есть, челленджи. Посмотреть тоже стоит.
Так, поиграй в Penny Pursuit. Я сыграл, получил гемы. Так, пройдите квест. Ну, а что тут у нас? Так, друзья мои, эпический квест. Zombie Pod. Это случайно не вот эти вот, которые вылазят из больших фасолей? Не про них ли идет речь? Ну, посмотрим. Ух-ху-ху-ху-ху. А что вы здесь делаете, а? Родные мои. Стоят тут неприкаянные. Три волны будет. Ну да, Zombie Pod, я так и подумал, ребята. Это именно вот про этих вот. Уменьшатор. Уменьшатор. Секунду. Да ну, блин, серьезно, что ли? Твою же налево, а? Что, блин, происходит, а? Мы же, по идее, вот этих должны уничтожать полностью, насколько я помню. Или не должны? Да, куриц нет никаких, значит, должны. Погнали. Нет, курицы. Блин, вы успокойтесь или нет, а? Я ничего не вижу, что-то происходит. Серьезно тебе говорю. Какая-то суета, кипишняк. Давай сюда зомби большого сделаем. Пускай идет. И уменьшатор. Уменьшили их сразу же. Так, тут то же самое, пожалуйста. Слушай, а под удобрением что делает этот цветочек, а? Друзья мои. Кто-нибудь в курсе? Если я, например, поставлю и вот так вот. И что он сделал? Он ничего, походу, не сделал, да? Я думал, что он уменьшит всех на карте, но... Нет, это не так работает. К сожалению. Так, Гарганчуа, ты куда прешь? Воу-воу-воу-воу. Ничего себе ты, парень. Смотрю, ты тут припух вообще в корень. Ну-ка, давить его. Теперь наш Гарганчуа здесь будет давать трепку вам всем. Так, мы пушку эту можем уменьшить? Нет, пушку не уменьшаем. Или уменьшаем? По-моему, уменьшили вроде как. Давай сюда поставим. Ну, в принципе, друзья мои, да. Победушка за нами, первый уровень мы с вами прошли. Кстати, немножко денежек вернули. И коллекцию семян получили. Но это только начало, так что не радуйся. Впереди еще 4 испытания. И мы переходим с тобой на второе. Потом будет третье и компот. Ух. Тут зомби-роботы. Да, не зря нам дают здесь абрикосик. Или персик. И цитрон. Наверное, пока не надо тратить. Наверное, пока. Хотя, фиг ее знает. Вырубим на всякий случай. Так, погоди-ка. Блин, вы достали со своими этими щитами, со своими машинами этими чеканутыми. Бесявыми на самом деле. Так, этот зомби идет безнаказанно, да? Идет безнаказанно, ага, конечно. Я ему так и позволю прям сюда прийти. Держи карман шире. Так, удобряшечку получили, вот это плохо. Давай, наверное, вот так сделаем. Так, погоди, надо их всех тут вырубать. Нет, только не это. Слушай, может быть, я не знаю, как тут лучше сделать. Ну давай вызовем вот этого вот здорового зомби. Черт бы их побрал, ты посмотри. Смотри, что тут творится, ё-моё. Придется тогда вот так вот, ребят, активировать режим. Ну а что сделаешь?
Йоу, там сжигают уже вовсю. Там уже вовсю сжигают. Так, вырубаем этих хохломонов. Их нужно постоянно вырубать. Так, еще одно удобрение. Спасибо большое. Врубаем. Так, повезет нам, не повезет. Фиг его знает. Эй! Пошли прочь отсюда. Шлепки несчастные. Вырубаем. Че это их тут? Перебор, по-моему. Тебе не кажется, не? Смотри, сколько их там. Я их только и успеваю это оглушать. Там эти лазерами бомбят. Вырубаем. Блин, мне не хватает удобрения. Вот оно. Роднулька моя. Вырубаем, друзья мои. Так, сколько? Это последняя волна, да? Последняя волна зомби идет. Солидно. Слушай, тогда, по-моему, победа будет за нами. Я на это надеюсь. Так, давай сюда. Наверное, применим. Все, раздавили. Это, по-моему, последний был зомбарь. Да, деньги мы с тобой получили. Слушай, ну сложно. Блин, 2000 потерял, а? На этом уровне. Так, переходим на третий. Что у нас тут хитренького придумает против нас? Давай посмотрим. На, дискотека. Дискотека авария, друзья мои. Ну, здесь, естественно, без своих трат вряд ли получится. Да-да-да, я так и понял. Естественно, естественно, тут танцульки, пульки, все дела. Кто бы в этом мог сомневаться, а? Зомби. Ну, слава богу, здесь такие пока идут. Обычные, спокойные зомбари. Не с микрофонами. Как они могут тут появиться? Истерики эти, да? Так, давай еще, наверное, с тобой по одному. Оу, лук. Лук у нас с тобой с ультой. Слушай, мы его придержим. Он очень хорошо замедляет зомбарей, и он нам пригодится в дальнейшем. Так, капелька. Капелька по... Опа! Опа, пули. А вот это, друзья, уже плохо. Этого надо как можно быстрее уничтожать. Иначе жди беды. Иначе жди беды. Так, давай, наверное, вот здесь еще с тобой пыхнем. Опа, удобрение, вот хорошо. Так, выставляем сюда, ребята. Пускай идет зомби. Здоровый. Ну что там происходит, я не могу понять. Все получается вроде бы, да? Ну, вроде бы когда. Вроде как справляемся, друзья. Лук нам помогает. Если бы лук еще травил бы, вообще бы не было ему цены. Поставим, наверное, куда бы тебя влепить-то, даже сюда, наверное. Опа. А там и вражеский водяной идет. Так, у нас есть с тобой удобряха. Давай сделаем так. А вторую поставим вот сюда. Ну-ка. Постой немножко и подумай своим поведением, парень. Вы вообще оборзели, а? Корень. Просто в корень. Так, давай мы сюда на фасолину бросим. Так, к примеру, сюда поставим фасоль. Так, а этот-то как, каким образом? А, все, моему голову. Слушай, а тут еще и портал, оказывается, появляется периодически. Вот он. Я его не видел, почему не обращал на него внимания. Так, зомби, съешьте его. Так, все, это, по-моему, последний зомби. И мы, ребят, с вами проходим. Или нет? Так, сейчас упадет это тело танцующее. Все.
Так, ну что, остается у нас с тобой еще два уровня, да? И что же мы с тобой получим? Что же мы с тобой здесь получим за это дело, а? Какие, интересно, награды. Так. Бочки, блин. Опять эти зомби, целая куча вот. Ненавижу вот этих вот, которые в ураганчик становятся, да? И гаргантюа, естественно. Кто их любит? А, вон, 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 идет, идет, идет. Танцор диско, ё-моё. Так. Подбили, да? Это хорошо. Блин, а вот курица, это плохо. Да, хорош. Ты серьезно, что ли? Эти еще с бочками идут. Так, а это что у нас за растение, ты помнишь? О! Зомби с арбузом на голове. Это что-то новенькое, ребят. Типа как бы усиленный, что ли, зомбари или что? Ну, наверное, как бы усиленный, я так понимаю. Так, дай-ка я сюда шипы поставлю. Но ведь бочка же должна, по идее. Ну да, на шипах. О, а там он маги у нас идут. Маги на второе, ё-моё. А ну-ка давай еще разок с тобой сделаем. Так, секунду, подожди-ка. Нам надо сделать, наверное. Знаешь что? Вот так вот. Ты прикинь, тут чё за кипиш-то, эй? Чё за кипишняк, родные мои? Давай. Так, секунду. Сюда, наверное, да, поставим зомби? Ничего не пойму, какая-то каша тут перед глазами просто стоит. Вражеские, враги наши тут стоят. Маги паршивые. Да, магов мы сейчас с тобой разберем. Хлыщей всяких нам подкидывают. Так, давай сюда еще идем. Вот этого надо валить, друзья мои. Гаргантюа, видишь, тут разошелся. Вообще, смотрю, страх потерял. Мы его порвали. Слушай, все. Мы прошли. Даже ни рубля не потратили. Двигаемся тогда далее. Так, остается последнее, ребята, испытание. Последнее испытание, ну, по идее, должно быть самым сложным, как всегда. Но раз на раз не приходится, иногда последнее проходим быстрее, чем обычный. Так. Летающий здесь, да? Летающий зомби. А, интересно, клевер здесь будет или еще что-нибудь в этом роде, нет? Да, по-моему, тут нифига не будет. Ладно, посмотрим. Так, поставь с тобой орехи везде здесь. Также шипастые лужайки пускай стоят. Здесь вот перед орехами тоже надо их ставить. Они как раз будут пока орехи грызть и будут получать урон. Так, сюда еще поставим. Так, орех, прикрываемся. Давай по второму рядочку с тобой, наверное, выставим. По второму рядочку, да? Так, ну, предположим, да? Вот так вот сделаем. Сюда поставим. Так. Летающие. Летающие, друзья мои, зомби пришли. Эй-эй-эй-эй-эй-эй. Смотри, смотри, смотри. Сейчас орехи, да, мои, стырят. Конечно, стырят. Гаденыши. Вот ты шлепки, а. Так, секунду. Надо немножко... Я просто не вижу, что тут вообще происходит. Надо вот так вот подвинуть их всех, чтобы видно было. Вот теперь я вижу. Вот единственное, что летающие тут. Они же у нас перелетают. Да? Наши вот эти вот орехи. Они перелетают. Так.
Еще одна удобряшка. Еще две волны впереди. Немало. Давай-ка вот так с собой, на всякий случай, сделаем перестраховочку. Так, давай сюда поставим, наверное. Потом орех. И вот так. Удобряха выпала нам. Удобряха. Куда вот ее поставить? Ну, пока я не вижу ничего здесь криминального такого, да, ребят? Все в норме. Гаргантюахи наши валят одного за другим. Давай сюда поставим. Слушай, у нас с тобой очень много удобрений. Я, наверное, думаю, надо потратить немножечко. Так, секунду. Вот сюда поставим. И вот на рядок повыше. Да, расколбас идет. Ну, ты сам видишь, смотри. Кто здесь у нас остался? Вот только наверху зомбари, все, выходит. Просто смели всех, кто стоял у нас на пути. И получили монетки. Ну что же, друзья мои, мы с вами прошли этот квест. Так, и что же нам достанется отсюда? Давай посмотрим. Чилибин. Так. Оу. Васаби. Ну, у меня его нету, ребята, он не открыт. Так. Батабага. Ротабага и пенек. Пень. Надо же, даже свекла. Бумбокс. Все, ну, я считаю, ребят, неплохо. Неплохо мне дали. Так, это мы закрываем. Что у нас на арене? На арене у нас взрывчатые эти, да, по-моему, разыгрываются. Если, конечно, ничего не поменялось. Забираем с тобой гемы. Всего лишь 13 штук у нас. Зачем я сюда? Зачем я зашел на грот? Объясни мне. Нам на груди делать нечего с тобой. Верните меня, пожалуйста, обратно. Еще дальше. Так, арена, давай просто посмотрим. 5 конфет, 26 гемов и 1200 монет. Так, 4 дня. Да, взрывная штучка-дрючка. Так, что мы с тобой можем? Мы можем... Так, а на каком я месте? Ё-моё, на самом последнем. А, так тут 0 очков, потому что у меня. Может быть, посмотреть рекламу и сыграть маленько, а? Как ты думаешь? Что у нас в Пенни Пурсуит? Обновилось или нет? Ага, ничего не обновилось. Также на боссе, ребята, также на боссе. Слушай, ну мы же эту награду получали, или нам еще дадут, если мы пройдем? Давай проверим, а? В тот раз нам чуть-чуть не хватило. Ну как чуть-чуть? Я не мог наносить ему урон прямой, так скажем. А здесь мы его выносили, причем довольно легко. Так, возьмем-ка мы, наверное, с тобой вот этот вот перец халапенья. Ну и понеслась. Давай мне мой старый отряд. Let's go. Так, мы единственное, что с тобой это сделаем, это выставим вот здесь вот мины. Просто мне интересно, если мы с тобой сейчас получим эту же награду, ну, в принципе, будет неплохо. Я считаю, да? Там и денежку нам дадут. Так, подожди-ка, я... Подсолнухи же мне еще нужны, ё-моё. Так, вот здесь вот надо было... Хорош. Все, поехали. Поехали. Накапливай энергию, парень. И мы начнем с разбор полетов. Зомбики идут, зомбики, друзья мои. Сдуваем неугодных нам. Что там за сирена, что там за тревога? Ну-ка, давай так сделаем. Перец халапеньо. А разве я брал себе перец? Брал, конечно же брал, ребят. Как же можно такое забыть? Так, у нас с тобой три удобряхи. Ну, удобряхи можно, я не знаю, давай вот так, наверное, будем тратить на наши мины. Хотя, если подумать, зачем нам на мины тратить, да?
Так, ну куда ты вот, куда ты вот прешь, а? Зомби, вот куда ты прешь? Эти прут, эти летят. Ну-ка, все вон пошли. Сдуваем. Взяли моду тут появляться. Так, ну-ка. Да, мы, кстати... О! Смотри, когда попадает по нему урон, вот именно от этого вот растения, он довольно неплохо получает звездюлей. Так, летающие, сдуваем их. Клонируем с тобой. Тихо, 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 куда ты ползешь? Блин, куда ползешь, я тебя спрашиваю. Эй, инди-зомби. Че, клонируем бомбочки, да? И давай бомбанем виноградом. Не понял. Вот так вот. Отлично. Все очень даже превосходно. Блин, почему я не могу более высокий уровень сложности также пройти изумительно, а? Ну-ка. Да ё-моё, ну палатку он свою поставил там, а ты посмотри на него. Так, а нафига я бомблю по нему? Он уже все, ребят. Максимально, сколько я мог ему нанести урона, я ему нанес. Так что, ух ты, даже брюль выпал. Так, погоди-ка, погоди-ка. Давай с тобой вот так вот потратим. Мины. Окей. Сюда влепим. Сюда. Так, и взрывчики. Сколько там? 13 секунд еще, ребят. 13 секунд. Нам с тобой остается подождать. О-о-о-о, гаргантюа идет. Ну ты, парень, конечно, много возомнил. Так, друзья мои, мы... Ну, получается, что, да, 2200 монет. Слушай, ну так выгодно проходить. Оу. Так, сельдерей, кстати, можем прапать. И кокосовая пушка. И 10, конечно же, винограда. Слушай, ну это круто. Это круто, я считаю. Погоня за Пенни просто так не прошла, да, в холостую. Так, мы еще с тобой квест комплит. Получаем еще гемы. Так, 5 штук получили. И, друзья мои, мы можем дальше бомбить или же попробовать 8 уровень. Давай, наверное, попробуем с тобой просто пройти и глянуть, что у нас тут такого. 5 уровень противников. Так, что там? 30... Мы, по-моему, с тобой в тот... А, мы в тот раз не смогли, да, пройти? А почему? В чем проблема? Летаю. А зачем мне... Так, вот это вот мне не надо. Зомби с этими, да, идут у нас? Возьму, наверное, вот так вот. И вот так. Отлично. Поехали, ребята. Хе, будем бороться. Вот это что такое? 30... 30 чего? 30 отравлений? Или чего? Чего мы должны сделать? Так, давайте, зомби. Мы вас ждем. Ждем в гости. Прям вот... Руки чешутся. Вам голову подтрубать, поотрывать всем, да? Так, перец-то как-то сработал. Не там, где нужно. Так, ну это взорвется, ты понимаешь, да, уже? Что он тут... Взлетел на воздух. Ну что, бомбанем немножко, да? Сделаем, так сказать, с тобой пиф-паф, фейерверк. Так, здесь зомби обычные, да? Я думал, ну, мало ли там пойдут с этими, на голове, с ведрами. Так, удобрение, спасибо большое. Ой-ой-ой, вот этот вот... Этот нужен, ребята, нам мертвым. Ну... Че, он такой прям, блин, суперсильный, что ли? Я не могу понять. Это все с флагом виноват. Идет, блин, ускоряет, а? Вражин.
Хоть бы один зомби с этим был, а? С ведром на голове. Так ведь не дают. Так, здесь сделаем вот таким вот образом. И вот таким пускай он... А, и кабачок пускай. Сейчас посмотрим, раздавит он сразу же его или нет. Да, вообще на изи влупляет. Причем он раздавил и стоит на месте. Как-то так. А? Как-то так. Он многоразовый, что ли? Многоразовый этот кабачок, елки-палки. Прыгает туда-сюда. Ну, прикольно. Ай, красиво. Красиво тут все было сейчас сделано. Взрываем. Так, а вот как раз ребята с ведрами на голове дошли. Правда, как-то эффекта ноль. Слушай, так мы с тобой прошли вообще тут в легкую. Но это потому, что 5 уровня зомби. Будь немножко другого, такой бы халявы не было здесь. Это я тебе точно говорю. Так, секунду. Все ли хорошо у нас? Да все, в принципе, отлично. Последний зомби. Ну и мы с тобой прошли. 600 монет заработали. Немного, но и немало. Судя по тому, сколько у меня вообще, ребята, денег. Это нормуль. Так, давай посмотрим, что у нас тут дальше открылось. 7 уровень. 4 гема. Нет, за гемы как-то неохота мне драться. Если честно. Блин, этот зомбобот меня зовет. Типа на драку выходи. Выходи, говорит, на драку. Ладно, друзья мои, давайте тогда на этой ноточке, наверное, будем с вами закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.